начал там поддавливать. Вы почувствуйте сначала, вот немножечко подрасслабьтесь, подышите. Я сначала специально держу, чувствуете, чтобы почувствовать. Потом я буду уже... Потом замедляетесь уже. Понимаете? Не замедляйтесь. Да. И потом тихонечко начинает, когда тело разгулялось, да, то есть обратно в это состояние вошли, он начинает движение, вы ручки собрали, ушли, подвинули, толкнули. Видишь, ты жесткий. Угу. Обошли, толкнули, толкнули. Получилось уронить человека? Хорошо. Не получилось? Ничего страшного. Подвигайтесь. Раз. Раз обошли. Видите, рука легла? Видите, мягкие плечи? Толкнули. Сейчас учимся, потом ему уже, когда почувствуете один, второй, попробуем работать друг другу уже в лицо. Обошли точку напряжения, опять рука легла, опять толкнули. Вы форму тела держите, раз, раз, раз. Да? То есть пододвинули, тук, тук, раз, толкнули. Не спешите никуда. То есть, чтобы руки у вас встали. Ну, сейчас мы работаем четко на лицо, пока тебе не надо. Если сможешь, я же работаю как бы, если я сделаю, ты полетишь туда однозначно. Вот, понимаете? И не теряйте это состояние. Вот, не обязательно его в кувырок отправлять, да, там, то есть четко выстраиваетесь, раз, раз, раз. То есть, чтобы вы видели, как тело выстраивается. И учитесь толкать, как мы толкали. Получается два снять. Еще раз выстроились. Чтобы у вас лицо привыкло, это учебная работа, это не боевая работа. Уходить по удару надо. Притом я не бью, да? Вот. Ну, чтобы вживую, чтобы грудную клетку вам не проломили. То есть можете вот даже какие-то принимать на себя удары. Вплоть до того, что научиться, как человек двигается. Не спешите. То есть я просто работаю в ритме его уклонов. Поэтому где-то он чуть быстрее начинает двигаться. Поэтому я побыстрее двигаюсь. Будут видны, да, сейчас его напряжение. Я отсюда начинаю, видите, снимать. Как, ну, то есть по-разному может застать. Нырнул не туда, еще что-то, да. То есть, ну, сейчас четко на лицо продавливаете, чтобы эти напряжения видеть. И сами учитесь толкать. Видите, даже второго не понадобилось, оказывается. Потом будем уже в движении работать. Где-то принять, где-то обойти, где-то соскользнуть. Да, такой размен. Потому что бывают хорошие бойцы ручные такие, которые попадают. Можно что-то отдать, чтобы четко уже его вложить. Видно, да? То есть тут не в этом дело. Я понимаю. То есть мы просто вот учимся, видите, эти удары с себя снимать. То есть как бы я специально это делаю, чтобы у меня ощущение. Чтобы у меня ощущения остались на лице. Чтобы у меня привычка, болевой порог повышался. Знаете, то есть я еще партнера затягиваю, заманиваю, видно?
И вот этот момент нахожу перехода его между ударами. Ну, я не стал уже, да, класть. Нужно работать поплотнее. Ну, я не бью ничего, я так подталкиваю. Видно, да? Что сила приходит. Он вот так вот загнулся и уже напрягся. Ну, конечно, я же вам показываю, я же утрирую. На самом деле я бить буду невидимо. Ну, стараться как бы бить человека так, чтобы он не видел. Видите? Поэтому как бы вот этот страх нужно тоже. Не надо бить человека, чтобы он захарился. Да, чтобы видеть. Да, то есть почувствовать. Потому что потом удары будут такие, можно разменяться и все. Не спеша. Где-то попринимать даже, да? Ну, без синяков. Знаете, то есть когда он четко уже, он страх теряет, видно, начинает ходить, ну и руки будут ложиться аккуратно только. Знаете, о чем речь? Ну давайте попробуем медленно, спасибо. Старайся идти не из-за калитки, а вот из тела, да. То есть пришел, толкнул, бам, бам. Опять раз, раз, раз. И уходить по силе старайся. Угу. И пошел один, второй. Я раз голову, раз толкнул, раз толкнул. Учись, учись уходить. Раз, раз, раз. Ну что ты завис? Ты живой должен быть, понимаешь, нет? Как проводка. Еще раз смотри. Это не то совершенно. Ты должен четко бить человека. Согласен? Чтобы у тебя никаких вот... А теперь я нападу, как ты нападаешь. Угу. Все почти увидел, как в кино, да? То есть, да. Как на открытом этом. Пошло движение, встал, выбрал точку, руки. Руки где должны быть? Во, не плечи. Смотри, ты встал. Угу. Сейчас я тебя бить буду. Не надо меня бить, пожалуйста. Пошло движение. Ребят, вы должны четко понять, что вот, вот есть у меня движение, оно не кончается. Я учусь бить, но я учусь бить контролируемо, правильно, убирая свой страх. Согласен? Моя задача пам, пам. И в кувырок уходить надо, да, по движению. Раз, 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 раз. Да? Раз. Опять ты застрял, понимаешь? Вот я, вот про что я говорю? Вот расскажи мне. Про что я сейчас говорил? Ну что ты делать? Вот чему ты учишься? Бить, чтобы не видно было. Толкать, во-первых, ты сейчас учишься. Не бить, никакой боевой работы нет. Есть упражнение. Не создать себе жесткость, а научиться двигаться в партнера, не останавливаясь, толкать его. Это не прервёт. Конечно. Видите? Атакует. Они вот они, потому что если я их буду здесь держать, у меня лицо открыто, у меня все должно здесь работать, понимаете? Если я их не успел поднять, я их поднимаю так, чтобы успеть поднять. Как уже, да, это просто мы сейчас работаем в классике, в ощущении, где у нас руки висят, видно? Попали вам, видите, подвернулись куда-нибудь здесь. И здесь. Но ты не должен мне вот так поддаваться, понимаешь? Пошел человек, он работает. Не успел я уйти. Еще один инвалид. Вот ты должен четко вот оттачивать, да, попадание, понимаешь?
и понимают, что если я, все, твой удар прошел, следующий должен уже начаться уже, да, автоматом, видно. И вот здесь я уже работаю, если я не успеваю. А вы такие пришли, демонстрацию делаете мне. Бейте меня, пожалуйста. Это глупость. Да. Он учится вот двигаться, раз, раз. Видно, что он здесь сотворил лишнее, да? Плюс смотрите, как закинул. Еще ничего не произошло, а он мне уже во сколько показал. Да вот это вот, вот здесь должно было быть. Бым! Насколько короче, насколько четче. Вот для этого мы и движемся. Раз, 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 раз. Понимаете? То есть, чтобы вы на ощущениях дышать. На ощущениях работали, чтобы вы их партнеру могли выстроить как-то. Сам не знаю. Видно? Видно? Я вот это вот напряжение, которое он мне дал, восстанавливаю через него. Мне ровненько, да? Понимаете, то есть мы же говорим об ощущении сейчас, в затылок, да, в чем. И домой я побежал живой. Конечно, а не встал биться там до последнего. Пошло движение, раз обошел, раз обошел, раз обошел. Бам ему туда. Ну, потому что скручиваетесь лишнего. А я вам говорю, не нужно вот этих киношных вещей. Вы должны четко нападать на человека. Раз, 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 раз. Все, чтобы у вас форма была четкая. Согласны? Пошло движение, а раз, обошли. Что завис? Рука отводится, когда бьет. Я испугался, что сейчас... Так вот, в том-то и дело, что вы должны научиться руку отводить, когда бьете. Правильно? Не вот так ходить. А вы четко нападаете. Раз, раз, раз. Видно? Руки работают. Ну, видно, завис. Чем начал давить? Вот я специально не сбрасываю. Видно? Видите, от чего давит? От спины, да? А он должен вспомнить, и что делать? Научиться человека четко забирать, накладывая руку. Понимаете?